мае 70-го года был большой праздник. 25 лет победы в Великой Отечественной войне. Почти все или очень многие еще были живы. Огромные толпы ветеранов войны собирались у Большого театра. Был настоящий живой праздник. Тогда многие говорили, что этот праздник самый настоящий. Остальные либо были давно, либо, имели под собой несколько сомнительную основу. А этот действительно был настоящий праздник. Давайте посмотрим хронику. Грохот огня, помним дальние страны. Каждый год, каждый день опаленный войной. Если помните, вскоре после войны был в прокате у нас такой американский фильм «Лучшие годы нашей жизни». И относилось это выражение именно к войне. Я потом много раз слышал эту фразу от наших фронтовиков, что это были лучшие годы нашей жизни. Меня это удивляло. Ну что же хорошего? Потом я стал понимать ясность. Ясность отношений, ясно, где враг, кто рядом с тобой, кто за тебя и кто против. Фильм, о котором сейчас пойдет речь, назывался «Белорусский вокзал». Это было, я бы сказал, плохое слово, сенсация, это было открытие, это был прорыв в теме о войне. Я приглашаю на сцену исполнительницу одной из главных ролей, Нину Николаевну Ургант. Здравствуйте, Нина Николаевна, садитесь, пожалуйста. Нина Николаевна, бывает, что когда люди создают шедевр, они это сразу чувствуют. Они чувствуют, что они делают что-то, что останется навсегда. А бывает наоборот, что люди просто делают свою работу, так в легкую, что называется, а потом это становится классикой. Вот как было в данном случае? Мы делали как очередное кино, но с большой ответственностью, потому что это мы делали для ветеранов. Ветераны тогда были еще молодые довольно люди, ведь. Да, молодые. Это было 28 лет назад. Да. Этот эпизод финальный, я сегодня посмотрел еще раз его, и смотрю, он снят почти в один план, почти сразу же. Вот если вспомните, понимаете, о каком эпизоде я говорю, да, конечно, когда Нина Николаевна поет, и с ней и поют, и плачут остальные персонажи картины. Вспомните, пожалуйста, вот как он снимался, что говорил Смирнов? Да мне уже трудно как-то вспомнить. Я просто помню, когда мы записывали эту песню. Я отказывалась ее петь, потому что я сказала, что мне песня не нравится. Значит, Андрюша мне говорил, надо спеть эту песню, потому что написала Куджава. Нина Николаевна, нужно ее спеть. И вот я пою, она у меня не получается. Я пою, она опять не получается. И вдруг я... Там большое такое окно в комнате. Я вижу, стоит Папанов, Глазырин, Сафонов и горько плачут. И только после этого песня у меня получилась. И когда мы уже записывали, играли сцену, как только я запою, мои партнеры подхватят меня. Они заплачут, и я вместе с ними. И Смирнов говорил, спой так, чтобы не заплакать. Пусть плачут мужчины, это страшнее. А что, Глазырин, Папанов, я знаю, были воевавшие люди? Глазырин воевал, да. Папанов и Сафонов воевал. Угу. Вот. То есть они понимали, о чем идет речь? Да, они понимали, о чем идет речь. Не понимала, потому что я была счастлива, что меня окружают такие актеры. Как Андрюшке Смирнову, как я назвала Андрюше Смирнову, всего было 28 лет. Мальчишка, это первая его картина, которую он снял. И самая знаменитая. Да, всегда. И вы знаете, я вот хожу по нашему Ленинграду, я так называю Ленинград, и нет человека, который бы не поздоровался со мной. И все это связано с Белорусским вокзалом. И когда я получаю письма и телеграммы в День Победы,
И меня поздравляют как участницу Великой Отечественной войны. И я счастлива, что меня такие люди приняли в свои ряды. Ни одного партнера Нины Николаевны по этому фильму не осталось на свете. Время — это чудовище. Как это может быть? Почему? И иногда кажется, что наступает конец света, когда уходят из жизни люди, которые, ну, своим талантом и своей славой составляют содержание нашей жизни. Кажется, что рвется связь времен. Вот чтобы не казалось, что связь времен порвалась, я прошу выйти на сцену Андрюшу Леонова, Лену Папанову, Катю Глазырину и заодно и Андрюшу Урганта. Ребят, садитесь вот сюда, пожалуйста. Что касается Лены Сафоновой, нашей вечной зимней вишни, то она до последнего момента собиралась, но съемка она не смогла. Но я уверен, что мысленно и духовно она с нами. Андрюш, ты же должен был сниматься, оказывается, в Белорусском вокзале. Да, но вы знаете, кинематографическая моя карьера как-то вот не пошла, вот не заладилась тогда, когда мне предложили роль мальчика на горшке. Это вот, к сожалению. Вот. А вы знаете... А там есть фильм «Мальчик на горшке»? Это блестящий эпизод. Ну, мне было 11 лет, уже как-то неудобно. Да, но вы знаете, вот отец рассказывал своим друзьям, рассказывал с восторгом о этом фильме, о работе на этой картине. Потому что, вы знаете, когда собираются такие артисты, вот когда они понимают друг друга, вот тогда вот... получая удовольствие от общения друг с другом, вот это все видно в фильме. И фильм получился вот такой добрый. Многие актеры вот мечтают о таком актерском партнерстве. И фильм подарил им это. Спасибо, Андрюш. Лена, ну а ты что расскажешь? Ты помнишь вообще этот период? Я вот что расскажу. Вот я маму спрашивала недавно. Отец ей рассказывал, что они все были очень дружны на съемках. И к нам часто заходил Евгений Павлович Леонов. Ну, не знаю, почему-то, вот сколько раз прихожу, по-моему, из школы, а они сидят на кухне и пьют чай. А в то время чай. Вот у вас... Чай, да, чай. В то время у вас была собака-спаниель, кобель. А за связку хозяину полагается щенок. И вот, видимо, была завязка. И вот, видимо, была вязка, и во время этих съемок у нас в доме появился очаровательный щенок-спаниель, которого мы назвали Тимоша. Нам его подарил во время съемок Белорусского вокзала Евгений Павлович Леонов. Еще я принесла фотографию. Это фотография последнего съемочного дня Белорусского вокзала. Вся группа собралась, и... Вот эта фотография. Замечательно, что они голые там. Да, видите, да, Леонов, Папанов, Глазырин. А эту сцену... Ну, конечно, когда вы их моете. Конечно. Андрюш, ну а ты? Слава богу, ты с мамой пришел. Как маленький. Тебе легче представить себя. Хорошо, а я всю жизнь так на маме и проехал, на ее славе. Меня тоже часто приглашали с ним играть мальчика на горшке, паренька на печи, юношу с вилами. Труп за стеной. Труп, да. Очень часто все это мне... И я каждый раз отказывался. Мама говорила, ну почему? Ну, поснимайся, посмотри, чем я занимаюсь. Я всегда отказывался, убегал. И, кстати говоря, я плохо помню, когда появился фильм, потому что я тоже уже, в общем, был, ну еще не юношей, но уже и не совсем маленьким мальчиком. И потом, много позже я уже стал понимать, естественно, что это за фильм, потому что фильм, конечно, он не детский. Не в том смысле, что он непонятен юношеству или детям даже. А он не детский какой-то по восприятию жизни. Он очень серьезный фильм. А потом, сейчас уже, когда я смотрю эту картину, сейчас, и, ну, уже ну, в каком-то уже сознательном возрасте, когда я стал понимать, откуда что берется, я сижу и каждый раз плачу, и не только на этом эпизоде, и вообще считаю эту картину гениальной. Хотя я совсем не плакался. Я плакал 2 раза, когда я смотрел кино. То есть много раз, когда я смотрел «Белорусский вокзал», и всего 2 раза, когда я смотрел фильм «Терминатор 2», когда Шварценеггер показывает вот так и погружается в лаву. Ну вот и все. Я считаю, что это 2 картины, в общем, достойные. Удавшиеся мировому кинематографу. Более или менее. Катя, а вы что вспомните? Я заканчивала школу в тот год. Мне было 17 лет, и когда мой отец умер, конечно, это было, произошло трагично, внезапно. То есть он вчера был жив, а сегодня его нет с нами.
Извините, я еще напомню вам, что Алексей Глазырин умер через 4 месяца после того, как был снят фильм. Да, он сразу, в общем-то, после съемков этого фильма он сразу умер. Вот. И вы знаете, у меня есть подруга школьная. Когда мы бродили с ней по городу, потом зашли, она говорит: ты знаешь, мама, у Кати отец умер. Она сказала так: ой, боже мой, как ужасно, как он не вовремя, как он не вовремя. И я тогда ей сказала, я говорю: а разве смерть бывает вовремя? И она меня обняла так, прижала к себе, говорит: боже мой, девочка, ведь ты только вступаешь в жизнь, только вступаешь. И вот сейчас, конечно, я могу, когда у меня у самой двое детей, оценить ее слова. Действительно, это было, конечно, трагически для нашей семьи год. Вот. И вспоминать мне это очень тяжело. Кать, вы что-нибудь рассказывали отца о съемках, помните? О съемках, вы знаете, после, когда вот его смерти, мы говорили с Андреем Смирновым. И вы знаете, он мне рассказал один случай. Как-то после съемок, самое начало, вот если вы помните фильм, что они на кладбище хоронят своего... Да, конечно. Вот. И вот это место, и он после съемок, как-то после съемочного дня, говорит: ты знаешь, я, говорит, тут себе место присмотрела. Такое хорошее солнечное местечко. Вот помру, и похороните меня здесь. Вот, и вы знаете, конечно, я вот хотела выразить благодарность Андрею Смирнову, прекрасному режиссеру, что он, в общем-то, добился, что мой отец похоронен именно в этом месте, где были первые эпизоды этого белорусского вокзала. Я безмерно благодарна Анатолию Дмитриевичу Папанову и Всеволоду Васильевичу Сафонову, которые вот... такое тяжелое для нас время поддержали нас. Они были настоящие люди. Они были люди, которых опалила война, и которые, в общем-то, знали другие ценности, знали цену глотку спирта последнему и табаку, которому надо делить, и все. Понимаете, у них были какие-то другие. И, конечно, я, вы знаете, вот... хотела бы просто принародно, прилюдно вот поблагодарить этих людей, которые, в общем-то, они... В общем-то... Понятно, Катя, спасибо. Ну что ж, давайте еще раз теперь посмотрим на экран и увидим этот знаменитый классический фрагмент.
десятый наш десантный батальон. У нас в гостях ветераны Великой Отечественной. Я хочу вас спросить, что такое для вас победа теперь, спустя 50 лет? Победа – это победа жизни над смертью. Победа – это победа разума над безумием. Победа – это победа гуманизма над варварством. Может, вы представите всех? С удовольствием. Ну, я Александр Николаевич Ракицкий, профессор, полковник. Участник Сталинградской битвы. Да, о Сталинградской битве тогда... в Сталинградской битве я уже был офицером, был старший лейтенант, а потом капитаном стал. А рядышком со мной генерал Дудник и полковник Андроников. Это герои Великой Отечественной войны. Александр Николаевич, когда вы под обстрелом встречали одну за другой атаку немцев, я думаю, вы не думали тогда о том, что такое победа. Главное было просто выжить. Вы же не ушли оттуда. Да, это вы правильно подметили, правильно сказали. Никто не ушел. Я хочу даже добавить, что ни один раненый, и мой подчиненный, да я и сам был дважды ранен там, никто не думал перейти за Волгу, потому что невозможно было перейти, да и невозможно лишь потому, что она обстреливалась, да еще горела, там растекла эта патока, мазут, нефть. Поэтому это было ад и пекло. И оттуда нельзя было до 70-го года. И в самом 70-м году там на берегу этих круч, волжских круч, съезжалось очень много людей. Это матери, отцы, это сестры и братья, да, уже и дети приезжали. И сколько там слез, сколько горя пришлось видеть на этих кручах, потому что все искали могилку своего самого близкого, сына, отца, брата, да, сестры. И мы ездим туда, пока нас держат еще ноги. В этом году едем тоже в Сталинград. Я хотел бы сказать к 70-му году, что он знаменательный для всех сталинградцев тем, что открывался памятник Мамаев курган. Хочу сказать, дорогие друзья, чтобы вы все знали, вот там сегодня вы смотрите на Мамаев курган, а с правой стороны от него там стоит небольшая роща. Это не роща, это все ветераны, в том числе и я, и все мои друзья из Москвы, ну, с лесов, конечно, мы везли туда деревья, чтобы там посадить березку русскую нашу, рябинку, другое дерево. Там, под этой рощей, 47 тысяч погребено наших солдат, офицеров, защитников Отечества, защитников Сталинграда. Это самая большая братская могила. Она очень дорога нам, всем ветеранам, потому что этот город, он скрепил своей кровью все это, великую дружбу, все это войсковое братство, да навеки скрепил всех наших людей. Ну что ж, ребят, принесите нам по рюмке водки всем. У нас тут есть. И всем, кто в зале, пожалуйста. Давайте выпьем за память тех, кого уже нет. За тех, кто погиб на войне или ушел позже. С праздником Великой Победы вас, дорогие товарищи! Этот скромный салют за окнами старой квартиры в честь вас, ветераны войны. На помосте Василий Алексеев, самый сильный человек планеты. В рывке он поднял 177,5 килограммов. Это новый рекорд мира. На штанге 230 килограммов. 230 килограммов. Ну вот это вот, наверное, 1/4 часть. Нет, это нереально.
Можно попросить нашего ассистента одного сначала? Давайте вдвоем попробуем. Абсолютно нереально. Можно еще одного попросить, пожалуйста? Прошу вас. Так, 3-4. Взяли. Тихо, осторожно. Значит, еще одного, пожалуйста. Давайте вчетвером попробуем уже. Давайте. 3-4. Взяли. Оба. Все, хватит, надорвемся. Спокойно, кладем на место. Кладем спокойно. Совершенно очевидно, что нужно минимум 8 человек, чтобы поднять вот эту вот маленькую штангу, такую несерьезную на самом деле, поднять ее хотя бы до уровня моей груди. Ну, а 230 килограммов в 70-м году мог поднять один человек. Это человек среди нас. Это чемпион мира, чемпион Олимпийских игр Василий Иванович Алексеев. Василий Иванович, я прошу вас подняться сюда. Я вас сейчас не буду просить поднимать эту штангу. Присаживайтесь, пожалуйста, на диванчик. Я просто прошу показать нам фрагмент хроники, и в этой хронике мы увидим, как Василий Иванович совершенно один брал этот вес. Специальная киносъемка позволяет хорошо рассмотреть, как был установлен рекорд мира в толчке. Это 29-й рекорд советского богатыря. Василий Иванович, вот я смотрю, у вас в медали столько. Сколько весит вот это вот? Вы не взвешивали никогда? Где-то чуть больше, полпудика. Полпудика – это где-то килограмм 9. Вот, 16. Килограмм 9. Вы неоднократный чемпион мира? Сколько раз вы были чемпионом мира? Ну, по последней классификации 23-кратный чемпион мира, 2-кратный олимпийский чемпион. 80 мировых рекордов. 80 мировых рекордов. А можно вот хочется верить, что вы в детстве были таким худеньким маленьким мальчиком совсем вот и как бы вот и совершенно не собирались заниматься. Что, почему вы решили пойти именно в спорт и почему в штангу? Ну, это может быть банально будет говорить, вот все наши сказки про Илью. Вы что, 30 лет, 3 года сидели на печи, да, что ли? Да, нет, получается? Я не сидел. Ну, штанги я сам конструировал, поднимал. Я нанес большой урон леспромхозу, где я жил в поселке. Я у вагонеток скаты все откручивал. И с каждым годом, когда я становился сильнее, скаты были тяжелее. И так вот и увлекся. А были такие ситуации, когда вот вы знаете, вот на штанге, как вот называются эти вот диски, я не знаю? Диски, блины. Как вот угодно. Когда уже навешаны эти блины, вы подходите и чувствуете, я не смогу сейчас взять этот вес, а взять надо. Вот такая была ситуация, конечно. Да нет, что значит не смогу взять. Нечего было заказывать. Раз заказал, значит нужно идти и брать. То есть брали всегда? Всегда. В те времена все-таки достаточно сильна была идеология в нашей стране. Когда-то был какой-нибудь идеологический заказ такой, что сказали, вот Алексеев чемпион мира, пожалуйста, завтра, вот сегодня 230 подняли, пожалуйста, завтра поднимите 250, партийное задание такое. Не было такого? Ну, я не знаю, партийное это или нет, но на 24-м съезде я с Австрии приехал, установил мировой рекорд и посвятил делегатам съезда. И где-то в 77-м году на Верховном Совете тоже установил мировой рекорд в толчке 256. Если бы вы не посвятили, вы бы не подняли, да? Так? Нет, я поднял и посвятил. Сначала, вот хитро, сначала поднял, потом посвятил. Это правильно. Василий Иванович, а все-таки много общения было со спортсменами. Вот интересно, как вы чувствовали, как относились друг к другу, как к соперникам, как к друзьям? Мне легче было выступать по той причине, что у меня соперник был только штанга. А у моих соперников был еще плюс и я. Понимаете? Им тяжелее было. Конечно, общались. Соперники одни и те же. И каждая страна пыталась в то время вырастить тяжеловеса чемпиона мира самого сильного, чтобы хвалиться. Ну вот, получалось больше у нас. Ну, не было такого разговора, что, типа того, что подходите к своему сопернику перед взятием этой штанги, и говорите, ну все не получится, даже не пробуй. Ну не получится, у тебя все, даже не пробуй. Такой психологический. Ну, так слабо не разговаривали, зачем? Я, ну, всегда, как? Вот скажите, как вы я всегда хвалил, подходил, допустим, к Ванге, говорил, ну, Рудольф, ну да чего же ты крепкий парень. Стронгсмен. Парень начал тушеваться. Хорошая тактика, интересно. Так, скажите, пожалуйста, а вот если вы говорите, выращивали тяжеловесов, было ли в 70-м году разрешено использование каких-то допингов? И вы лично пользовались чем-то? Вы знаете, сейчас в фармакологии где-то больше 10 тысяч препаратов запрещенных. Не каждый специалист
медик еще может в них разобраться. А вот то, что вы имеете в виду, это анаболические стероиды, они были придуманы для людей истощенных после операции, не для здоровых. У нас в нашей стране препаратов для сильных людей не готовили. Вот такая мораль. Это все из-за границы пришло. Но весь вопрос заключается в том, что все хотели быть сильными чемпионами, поэтому некоторые безголовые употребляли их в лошадиных дозах и наносили вред своему здоровью. Поэтому медики и запретили, отнесли их тоже в разряд допингов. Лично вы не пользовались? Да как кто знает, там что давали нам в свое время. Давали витамины, давали восстановители. Лично я, да, не употреблял. Василий Иванович, а сейчас, уже вот как бы из этого 70-го года вырываясь, сейчас какой вес, насколько он превышает вес, который взяли вы тогда в 70-м? Ну, мой рекорд последний 256 так. Толчки. Сейчас Андрюша Чемеркин толкает 262. Ну, то есть всего на 10 килограмм вырос вес, который взял на 10, на сколько получается? На 6 килограмм, получается, всего вырос вес, который в 70-х годах взял чемпион мира, а ныне заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный мастер спорта Советского Союза, многократный олимпийский чемпион Василий Иванович Алексеев. Спасибо, Василий. Гасим свет, смотрим хронику. Советский народ торжественно отметил традиционный праздник – День военно-морского флота СССР. Военные моряки, как и все воины вооруженных сил, всегда готовы выполнить приказ по защите морских рубежей социалистической Родины. Подводные лодки, боевые корабли и авиация способны поражать цели в любом районе Мирового океана. В то время как вся страна в едином, как тогда говорили, порыве ожидала юбилея Ленина, в то время как до 22 апреля оставались считанные дни, в Атлантическом океане, в Бискайском заливе терпела бедствие советская атомная подводная лодка К-8. Георгий Георгиевич, пожалуйста, на сцену. Георгий Георгиевич Костев, ныне контр-адмирал. Пожалуйста, расскажите нам об этой истории. Для меня 70-й год – это память о эйфории, которая господствовала в то время, и память о трагедии К-8. Георгий Георгиевич, во время трагедии где вы находились? Во время трагедии я занимал должность заместителя начальника южного направления главного штаба военно-морского флота. То есть вы находились в штабе? В Москве в штабе и управляли как раз лодками, которые находились в Средиземном море. И конкретно К-8, которая вышла в середине февраля сюда, в Средиземное море, решать задачи, которые ставились не по учению. Так, небольшое отступление. Лодка шла на учение «Океан-70». Значит, она не шла на «Океан-70». «Океан-70» родился, идея сама родилась в голове главнокомандующего адмирала Горшкова Сергея Георгиевича. И было принято решение сотни кораблей развернуть. Я не преувеличиваю, 204 корабля были развернуты в Атлантике, в Средиземном море, в Тихом океане, в Индийском океане. А те корабли, которые были в море, они, ну, будем так говорить, автоматически включались в это учение. Такой беспрецедентный размах связан с юбилеем Ленина? Нет, с именем Ленина не связывалось. Но связывалось это с юбилейными датами, не называя. Ну, я напомню, День Победы ведь, 25 лет Победы. Понятно. Итак, лодка К-8 получает приказ проследовать в Бискайский залив. Что происходит дальше? Происходит следующее. Вот здесь, в районе Италии, в Теренском море, нам было поручено подготовить радиограмму на нее и пополнить ее продовольствием, пополнить патронами регенерации воздуха, так как... То есть это кислородные баллоны? Это не баллоны, это такие патроны очень горючие. Ну, как вам объяснить? Это специальное вещество, которое вставляется в печки, которое выделяет кислород. Ну, так. Примерно представлять. Пополнили Она запас. Ночью всплыла. В спешке все это делать, довольно-таки это я хорошо помню. По выходу из Гибралтара, это было 7 апреля,
было дано радио о том, что лодка должна идти в северо-западную часть Атлантики для того, чтобы участвовать на стороне синих в маневрах, которые имели глобальное название. На стороне синих. То есть это предполагаемый противник? Да, это вероятный противник. Это 7 апреля подтвердил командир Бессонов о том, что лодка поняла все ясно, что делать. Скажите, и пожалуйста, больше да. связи с подводной лодкой не было, навсегда оборвалась. То есть это была последняя радиограмма, понял следующее. Это последнее подтверждение 7 апреля было. Спасибо. Таков был взгляд этой ситуации из штаба. Пожалуйста. А сейчас мы узнаем, как эта ситуация выглядела изнутри. Пожалуйста. Я в то время служил на атомной подводной лодке К-8 в должности командира группы дистанционного управления и находился как раз на пульте управления ядерной энергетической установкой. Симаков Геннадий Алексеевич, ныне капитан 2-го ранга в отставке. Значит, что, собственно, произошло? Вот здесь сказали, что лодка потеряла связь. И вот когда пришла лодка в точку для связи на глубине 160 метров, начался пожар сразу в двух отсеках, в третьем и в седьмом. В отсеке как раз лежали патроны регенерации, которые загорелись. Почему загорелись? Плохо загрузили? Нет. Кто виноват? Виноват, наверное, судьба виновата, потому что загружали в Средиземном море, и была спешка, о которой говорили. Поэтому размещали патроны регенерации в те места, где можно их расположить. Вот одним из патронов регенерации перебили электрический кабель. Как тушили? Как боролись с огнем? Люди должны были обеспечить не просто тушение пожара, но еще обеспечить ход для того, чтобы всплыть с глубины 160 метров на поверхность. В третьем отсеке, вот там личный состав боролся вот с пожаром. И в седьмом. Но в седьмом была такая температура, что вот патроны регенерации, когда они горят, то температура примерно где-то около 2000 градусов. Горело все. Горел металл, горела обшивка, горели кабели. Когда уже стало невозможно дышать, была команда покинуть отсеки. Так вот, Мишел Пасохин так был увлечен пожаром, что он не слышал эту команду, продолжал в одиночку бороться с пожаром. Он поменял 3 изолирующих аппарата, и когда вышел на верхнюю палубу, у него весь рот был обожжен. Скажите, пожалуйста, как принималось решение о всплытии? Ведь всплытие означало обнаружить себя и тем самым, как бы сказать, засыпаться. Я думаю, это решение принималось с командиром корабля и начальником дивизии, который находился у нас осознанно, и задача стояла такая – спасать подводников. Вот после того, как вы всплыли, сколько человек уже погибло на тот момент? Вот первая трагедия, первый этап трагедии унес 30 человеческих жизней. Дальше лодка всплывает. Какое судно первое вы увидели на горизонте? Какое судно к вам подошло первое? Вы извините, вы немножко спешите. Когда мы всплыли, то первая забота была не о том, чтобы посмотреть, кто нас окружает, а о том, как бы спасти людей из концевых отсеков. И когда открыли люк 8-го отсека, то из отсека вышло всего лишь 4 человека живых. А 14 человек вытащили уже полумертвых. И на горизонте показалось судно. Какого государства? Государство обнаружили Канада, как потом оказалось. Канада? А вы не боялись быть захваченными просто капиталистическим государством, да еще в юбилейный год? Я думаю, этого не боялись, потому что захваченными мы быть не могли. Я скорее думаю, наоборот. Что канадское судно, узнав, что это атомная подводная лодка, оно больше испугалось. Значит, канадцы вас не взяли? Канадцы, сделав полукруг около подводной лодки, попросту говоря, удрали. Несмотря на сигнал аварийного бедствия. Это на второй день. Случайно в этом районе оказалось болгарское судно «Авиор» под управлением русского капитана с Мурманска. Вот по существу они оказали первую помощь и установили связь со штабом военно-морского флота в Москве. Было уже 7-8 баллов, шторм был, и 43 человека было отправлено на это судно. Но так как в это время уже подошли другие советские корабли, там и «Комсомолец Латвии», «Касимов», то было принято решение из-за ухудшения погодных условий еще 30 человек отправить уже на советские корабли. И эти 30 человек были отправлены. Вот с этой партии я уходил на другой корабль.
и осталось на корабле 22 человека для борьбы за живучесть атомного теплопарохода. То есть остались люди, чтобы до последнего спасать лодку. Большое еще спасибо. Извините, я бы хотел отметить еще один момент такой, что в это время был такой матрос Чекмарев, который добровольно заменил своего товарища Кириченко, остался на корабле из-за того, что у Кириченко был жена и ребенок. Поэтому он добровольно остался на корабле. Сам погиб, Кириченко остался жив. Большое спасибо. А дальше произошло вот что. Люди, оставшиеся на лодке, несмотря на то, что вокруг были корабли, которые могли взять команду, люди, оставшиеся на лодке, в том числе командир корабля Бессонов, погибли. Лодка неожиданно затонула. Как это произошло? Я хочу спросить Георгия Георгиевича. Мне хотелось бы сказать, что, к сожалению, была допущена трагическая ошибка. Были уверены, что раз лодка всплыла в надводное положение, то она не может утонуть. А 14 лет тому назад на рейде Таллина новейшая лодка утонула точно так же, как К-8. Так как можно было оставить команду, как могла остаться команда на лодке и утонуть, в общем, в окружении кораблей? Значит, ну, надо учитывать, что здесь уже говорил Симаков о том, что погода испортилась. А когда лодка потеряла устойчивость, ну, на морском языке, то люди, оказавшиеся в воде при такой штормовой погоде, просто их невозможно было найти и поднять. То, что люди остались, это героизм и желание спасти лодку, или же это ошибка капитана, штаба, тех, кто надеялся, что она не потонет? Я думаю, что ошибки нет, а просто история ничему не учит. Первая гибель лодки в Таллине в 56 году осталась такой же тайной, как К-8. И героизм моряков К-8, хочется поклониться сейчас старой квартире о том, что мы вспомнили это. И если продолжить этот разговор, то это не ошибка, а плохой учет, плохое наше отношение к истории. Спасибо. Благодарю вас. Конечно же, как бы то ни было, но сильнее всех эта трагедия задела родных, близких и друзей погибших офицеров и матросов с лодки К-8. Тамара Николаевна Хославская, вдова офицера, погибшего при попытке заглушить ядерный реактор. В общем, вдова человека, который спас нас от ядерной трагедии. Как вы узнали о случившемся? Это была не попытка заглушить, а они действительно все четверо сделали все для того, чтобы не случился Чернобыль еще в 70-м году. Ну, а сообщили нам, семьям погибших, уже только 30 апреля, после того, как были отработаны все вот эти версии, кто где, в какой момент был, когда отработали все эти комиссии. То есть по прошествии 2 недель только вам сказали об этом? Да. Вот когда ваш муж уходил в плавание, вы могли себе представить, что вот советская лодка может взять и сгореть, и так вот утонуть? Вообще такое было возможно? Вы когда-то закладывались как бы на это? Я просто не думала об этом. Провожая мужа в очередную автономку, у меня просто в голове не было таких мыслей. Я всегда надеялась на то, что он вернется. Я знаю, что на Кольском полуострове, там, откуда выплыла лодка, установлен памятник. Что это было за открытие памятника? Значит, открытие памятника произошло через 3 года уже. В основном на средства и с помощью тех людей, которые служили на флоте. Вне зависимости от того, на каком флоте. Балтика, Север и Литов. Это не от Министерства обороны, не от военно-морского флота исходило, а именно от тех людей, которые остались служить на флотах. Вы были на открытии? Я не была на открытии, потому что не пригласили не только нас, вдов, даже не пригласили тех, кто служил на этих лодках и которые были расформированы после гибели корабля. Почему не пригласили? В чем дело? Вы у меня спрашиваете? А вы как думаете? Я думаю, чтобы не было гласности. Скажите, вам как-то намекали о том, что не стоит рассказывать об этой истории? Нам не намекали, нам сказали это открытым текстом. Забудьте те координаты, где погиб этот корабль.
забудьте то, что случилось. Но я приезжаю туда раз в 5 лет. Местные жители, вот последний раз я была в 95-м году, и когда, после того, когда я выступила по местному телевидению, то люди, которые меня встречали, говорили слова благодарности, потому что говорят, мы здесь живем и даже не знаем, кто такой Бессонов и кто такой Соловей, чьими именами названы улицы этого городка. Я благодарю вас. Пожалуйста, вам цветы от Мытищинского цветхоза. Об этой трагедии страна узнала только по прошествии 20 лет. Хотелось бы заметить, что в Америке на каждый экипаж подводной лодки составляется специальный буклет. Буклет этот общедоступен. Таким образом, нация хранит память о людях, которые отдали за нее жизни. И все же команда не была забыта, все были награждены орденами и медалями. Командир лодки Бессонов посмертно был награжден орденом Герой Советского Союза. У меня есть очень один интересный документ. Это письмо группы писателей Леониду Ильичу Брежневу. Я его зачитаю. Дорогой и глубоко уважаемый Леонид Ильич, против Твардовского и руководимого им журнала «Новый мир» в последнее время ведется кампания, преследующая цель отстранить Твардовского от руководства журналом. Твардовского можно смело назвать национальным поэтом России и народным поэтом Советского Союза. Руководимый им журнал является эталоном высокой художественности, чрезвычайно важный для коммунистического воспитания народа. Журнал собрал на своих страницах множество талантливейших современных советских писателей. Авторитет, которым он пользуется как в нашей стране, так и среди прогрессивной интеллигенции всего мира, делает его явлением совершенно исключительным. Не считаться с этим фактом было бы ошибкой с далеко идущими отрицательными последствиями. Мы совершенно убеждены, что для блага всей советской культуры необходимо, чтобы «Новый мир» продолжал свою работу под руководством Твардовского и в том составе коллегии, который он считает полезным для журнала. И подписи: Алигер, Антонов, Бек, Вознесенский, Воробьев, Евтушенко, Исаковский, Каверин, Мальцев, Можаев, Нагибин, Рыбаков, Тендряков и Трифонов. Ну вот, случилось. Случилось то, чего боялась вся читающая публика, чего ждала, тем не менее, потому что знала, какая ситуация назревает в стране. У меня в руках журнал «Новый мир», который я достал с антресоли старой квартиры. И вот в 70-м году этот журнал постигла, в общем-то, беда, потому что был изгнан из этой редакции Александр Трифонович Твардовский и вся редколлегия, которая... Практически вся редколлегия, которая работала вместе с ним. Какая-то беда преследует и нас, которые хотят собрать в этом зале тех, кто работал в то время в «Новом мире». Вернее, беда преследует тех людей, которые работали тогда в этом журнале. Потому что такие потрясения, они не проходят бесследно. И наверняка именно поэтому многих из этих людей сейчас нет в живых. Юрий Григорьевич Буртин, который работал тогда редактором отдела публицистики, и Михаил Николаевич Хитров, ответственный секретарь, на сегодняшний день очень плохо себя чувствуют, мягко говоря. Дай Бог им здоровья, а мы все-таки сегодня давайте все вместе вспомним, чем был тогда
Новый мир для всех нас. Кто помнит? Я увидела вашу антресоль. Я из тех, кто и до сих пор хранит эти журналы. Там печатались и Василий Шукшин впервые, и Чингис Айтматов. Там появился Фазиль Искандер, чудесный такой автор. Там были и известные поэты, Антокольский, Маршак еще печатали. Сам Александр Трифонович печатал свои новые стихи. И Евтушенко, и поэты Расул Гамзатов. И потом, что, какое было потрясающее событие, это был мужественный подвиг, когда появился Солженицын. Спасибо, спасибо вам большое. А у нас в доме были довоенные, вот так же лежали, только не на антресолях, а в сарае. Вот, новые миры, они были, знаете, в каких обложках? Такие желтовато-кремовые, палевые были, и коричневый шрифт на них был. И я жертва новомировской пропаганды. Я после этого поступила в университет на факультет журналистики, окончила его, всю жизнь проработала журналистом. Я просто хочу сказать, что когда один день Ивана Денисовича был напечатан в «Новом мире», и вот этот номер, он у нас был. И вот, знаете, они же все вот такие голубенькие, а тот уже стал серый такой вот толстый стал, потому что у нас все время все читали, в очередь стояли. Вот сейчас мы живем в квартире, и они у меня вот эти вот подшивки не на антресолях, а еще в одном месте лежат. Моя дочь систематически говорит: ну и как? И все это будем так и держать, и хранить. Я говорю: ну уж я умру. Сама она не читает? Эти журналы. Читает, она хитрая. Покупаю и выписываю я. Читает она. И выбрасывает она тоже. Но новый мир она еще до этого не дошла. Но есть еще жертвы нового мира. Вот. Вы так сказали. Еще одна интересная тема. Ведь 70-й год — это год лимита подписки. Это сейчас мы приглашаем, что хочешь подпиши. Ведь было, наверное, трудно подписаться, да, на новый мир? Не знаю, как в центральных городах, а на периферии было довольно-таки трудно. Я из Сухуми сама. Вот я единственная, почему могла подписаться на этот журнал, потому что я была все время в комитете комсомола, сама занималась подпиской, и только поэтому я могла подписаться на этот журнал. И как вот старшее поколение говорит, мы, читая его, друг друга передавали. Пожалуйста. Я связистка, и моя подруга работала в «Союз печати» именно в те годы, когда журнал «Новый мир» пользовался вот таким большим успехом у подписчиков. И когда отстранили от занимаемой должности главного редактора журнала Твардовского, подписчики приходили в «Союз печать» и возвращали свои квитанции. Они не хотели читать журнал без Твардовского. Пожалуйста. Уже был упомянут Солженицын и 70-й год. Очень существенная дата в истории и «Нового мира», и Солженицына. Он получил Нобелевскую премию. И это, конечно, «Новому миру» не простили, потому что это была, ну тогда это была не гордость страны, а наоборот преступление. И еще мне рассказывали, что как издевались над Александром Трифоновичем, какой-то иезуитская была партийная проработка. Его вызывали, у него были неприятности уже несколько лет тому назад. Его хотели снимать, потом не хотели. И чтобы показать ему, что над ним сгущаются тучи, его не избрали в Верховный Совет. Но его вызвали в ЦК и сказали, так, знаете, сказали: Александр Трифонович, вот видите, народ вас уже не избирает. Всем же было понятно, что это все делал не народ, а это делали партийные деятели. Ну что было сказать этому человеку? Вот в результате он умер через полтора года. А у нас ведь есть хроника, где он читает свои стихи. Давайте посмотрим. До новой дали. Пора, я словом этим начал мою дорожную тетрадь. Теперь оно звучит иначе. Пора и честь, пожалуй, знать. Ах, эти длительные дали, дались они тебе спроста, читали, да, но ждать устали, когда ж последняя верста. А сколько дел, событий, судеб, людских печалей и побед вместилось в эти 10 суток, что обратились в 10 лет. Все верно, в сроках не потратил. Но я прошу высокий суд учесть, что мне особый график составлен был на весь маршрут. И что касается охвата всего, что в памяти любой, суди по правде, как солдата, что честно долг исполнил свой. А это что такое?
Алло, в чем дело? Так, в чем дело? Шумно. Ребенок занимается. Ребенок не может раньше заниматься. Может быть, Иван Клиберн будет. Что вы стучите? Ой. Занимались и будем заниматься. Подобные диалоги, вероятно, происходили в домах героев нашего следующего сюжета. И неоднократно. Но сначала посмотрим хронику. Москва чествовала победителей 4-го международного конкурса имени Чайковского. На торжестве в Большом зале консерватории присутствовали председатель Совета министров СССР Косыгин и председатель Союзного исполнительного веча Югославии Рябичич. «Нынешний конкурс показал миру новые созвездия музыкальных талантов», сказал композитор Дмитрий Шостакович. Первых премий удостоены пианисты Джон Лил, Великобритания, Владимир Крайнев, Советский Союз, виолончелист Давид Герингас, Советский Союз, вокалисты Елена Образцова, Тамара Синявская, Николай Огренич, Евгений Нестеренко, все Советский Союз. Скрипач Гидон Кремер, Советский Союз. Серебряная медаль Зураб Куткилава, Советский Союз. Неплохой был конкурс Чайковского, я вам скажу, да? В тот год была, так сказать, введена номинация вокалистов, и победителей вы сейчас видели. Я прошу выйти на сцену Тамару Ильичну Синявскую и Зураба Лаврентьевича Саткилаву. Вот, пожалуйста, вы в кресло, а я на стульчик. Садитесь, пожалуйста. Так, ну, первый вопрос бытовой характер будет носить. Вы дома занимались? Безусловно. Занимались. Как соседи реагировали? Саткилава распевается за стеной. Или Синявская, что тоже не слабо. Вот как? Какие отношения были с соседями? Во время конкурса Чайковского я жил в гостинице «Россия». А до конкурса? До конкурса в Тбилиси. И как там? В Тбилиси из каждой квартиры пели лучше, чем я поел. Молодец. Так, ну а вы что скажете? Если вас интересуют соседи, то как раз до 70-го года я жила в коммунальной квартире. Уже была солисткой Большого театра, и там я действительно доставляла, наверное, немало хлопот моим соседям, потому что я с утра до вечера проверяла голос, есть он или нет. Поэтому иногда постукивали в стеночку, так же, как вот сейчас произошло с вашей. Скажите, пожалуйста, как произошел отбор участников на конкурс Чайковского вот в том году? Я не могу сейчас вспомнить, просто поступило предложение, мне лично в театре, так сказать, предложили, что пойди попробуй свои силы. Ну, и я, кстати, я параллельно заканчивала ГИТИС, спела свой дипломный концерт, и буквально через 2 или 3 дня у меня был первый тур. А вы, Дмитрий Владимирович, как вы попали на конкурс? У меня немножко длинная история, потому что я не хотел принимать участие в этом конкурсе. Мне мой педагог, профессор Давид Ангуладзе, сказал, что ты победил в сильнейшем конкурсе. Один из сильнейших конкурсов был в мире тогда, болгарский конкурс. Я стал орфеем золотым. Получил золотую орфе. Тамара получила как раз тоже первую премию. Да, золотую медаль. Но я был орфе. Там интересная была ситуация. Дело в том, что после этого орфе единственный был приз 5000 левов, знаете. Ну, 5000 рублей, значит. Я решил, что все, я наконец-то разбогател, у меня все будет. И мне принесли лист какой-то и говорят, распишись. Я говорю, что это такое? Они говорят, да ты получил премию 5000 левов. Я расписался. Они говорят, теперь распишись здесь. Я расписался. Он говорит, ты знаешь, под чем расписался? Я говорю, нет. Он говорит, ты эту премию передал в фонд Вьетнама. Тогда Вьетнам главная помощь. Ах, боже мой. Вот, а то, что касается потом конкурса Чайковского, то мой педагог говорит, знаешь что,
Сейчас тебя там испортят, потому что хотят доказать, что болгарский конкурс хуже, чем конкурс Чайковского, и там тебе победить не дадут. Я отказывался, но потом я приехал с гастролей из Лондона, и меня вызвала министр культуры тогдашняя Фурцева Екатерина Алексеевна, и сказала, если ты не примешь участие в конкурсе, то мы тебя никуда больше пускать не будем. Ты должен знать, что приедут из Италии, из других стран очень сильные певцы, и мы выставляем сильнейшую команду, которую сейчас имеем. И действительно, совершенно фантастическая команда была. Товарочка, ну, Елинична, не могу называть, я ее так люблю. Да мне Лен... не хочется. Леночка Образцова, Женя Нестеренко, Владислав Пявко и Николай Агренич. В общем, команда была очень сильная. Но потом итальянцы не приехали, и мы соревновались друг с другом. И тут пошла война между украинцами, между русскими, между монголами, татарами. Наши выиграли. Да, ну, наши выиграли. Вот можно я задам вопрос такой подловатый, некорректный. Конечно, в ваших вокальных данных сомневаться уже не приходится, что и говорить. Но в то же время мы знаем, что каждый конкурс, который проходил на нашей территории, будь то конкурс Чайковского или кинофестиваль, предполагал победу наших участников. Правда, сейчас вот вы говорите, что не было иностранцев. Но все-таки была какая-то, ну, расписанность вот в том, что вот наши должны там обязательно занять какие-то места? Ответить? Да. Честно? Честно. К сожалению, была. Я должен был взять третью премию. Совершенно верно. Вас обманули, подсунули вторую. Да? Тот, кто взял первую, больше не пел с тех пор. Нет, не совсем так. Коля. Вот Зураба вызывала Екатерина Алексеевна к себе, а меня вызывал Кухарский Василий Феодосич. И говорил, ты должна участвовать в конкурсе. Едет огромная делегация Америки, мы должны всех и перекрыть. Короче говоря, ты должна получить второе место. Я говорю, а почему второе? Второе. Потом я поняла, почему. Но мне было расписано второе место. И если бы не члены жюри, в которых, как вы видели сейчас по кадрам, была и Мария Каллас, и Тита Гобби, и Зинаида Палли, и Ирина Константиновна Архипова, и Мария Петровна Максакова, и Рейзен. В общем, такое звездное жюри было, то, может быть, наверное, так оно и осталось. Но я должна просто благодарность передать своим зарубежным коллегам, потому что они настояли на том, чтобы первая премия все-таки была. Да. Вам еще раз об этом напоминали, и все, наверное, знают, что вы пришли в вокал из футбола, вы играли за тбилисское «Динамо». Я не буду спрашивать об этом. Кстати, кого вы играли? Защитника? Я играл правого защитника. Таранного типа. Я так думал. Бетон, да? Таранного нет, но по косточкам бил. В каком сезоне, кстати, это было? Это был 58-59, а до того, в 56 году, я всегда это вспоминаю, как-то мне это запомнилось навсегда, и больше, чем что-либо другое, что я сделал в своей жизни. Я в 56 году был капитаном сборной Грузии среди юношей и стал чемпионом Советского Союза. Да вы что? Потрясающе. И даже, вы знаете, мне кажется, что моя неудача на конкурсе Чайковского, в смысле, что я получил серебряную медаль, я до 4... А не бронзовую, как должно было быть? Как бронзовую. До 4 утра сидел, как раз был финал, Бразилия играла с итальянцами чемпионат, помните, мира 70-х годов? Так я совсем забыл про конкурс, я сидел и смотрел до утра этот матч. Фантастический матч, я страшно доволен. 4-2 Бразилия выиграла. Да. Поскольку я сам родом из Закавказья, я хочу, чтобы вы чуть-чуть рассказали о Тбилиси того времени. Вы знаете, я буду целый вечер рассказывать про Тбилиси. Тбилиси был красивый город. Тбилиси был город, где, вы знаете, я там жил и не знал я какой национальности. И мы любили друг друга, я во всяком случае, и по моим друзья. Мы любили друг друга под признаку, допустим, вот я играю в футбол, он мне дал хороший пас, вот он мой друг. Я сижу за столом, пою песни, он мне подпевает, там второй, третий голос дает. Вот это мой друг. А национальность и какие-то другие признаки,
абсолютно отсутствовали. Я думаю, здесь много людей, которые бывали в Тбилиси, и русская интеллигенция всегда любила бывать в Грузии. Вот почему? Что там такое было, это не мне говорить. Последний вопрос к обоим. Отношение вот во время конкурса Чайковского к конкурентам, так сказать, это была общая веселая компания молодых людей или, наоборот, жесткое отношение друг к другу, вражда, тайны? Нет, никакой вражды не было. Мы жили все вместе очень дружно и болели друг за друга. Вы знаете что, я вообще как во сне была, потому что единственное, о чем я жалела, что я москвичка в этот момент, потому что все иногородние наши участники конкурса были практически, они все жили в Серебряном Бору, и они жили одной командой, они вместе проводили время, они готовились к конкурсу, и им было очень весело и интересно. И вот в этот момент я первый раз в жизни пожалела, что я москвичка, потому что мне хотелось быть вместе со всеми. Но, тем не менее, я болела за всех, ходила на все прослушивания. И когда все было закончено, когда нас объявили, у меня есть совершенно потрясающие снимки, мы все тогда молодые и красивые, с горящими глазами, смотрящими в будущее, с разными судьбами. Но я очень счастлива, что практически все те, которые были в этом конкурсе, участники конкурса, они все сделали очень хорошие карьеры, будь то вокалисты, инструменталисты, они на весь мир известны. Поэтому я низко кланяюсь конкурсу Чайковского и счастлива, что была его участницей. Впрочем, 70-й год для меня был очень удачный год. Потом, после конкурса Чайковского, мы с Леной Образцовой были посланы, как космонавты, в фашистскую Испанию, знаете? Да, еще Франко же был, конечно. Да, и нас предупреждали, что вот там не будет никого, болельщиков. Тоже Екатерина Алексеевна Фурцева вызвала нас в кабинет. Как космонавта, как мат-залка. Да, да. Меня нас сфотографировали у мавзолея Ленина. Зачем? Перед поездкой в Испанию. Не знаю. На прощание? Не знаю, в правде была это... Этот снимок. Они уезжают в Испанию. Да, и нам говорили, что вот там фашисты, никого не будет в жюри даже из социалистических стран. И тут Лена, она всегда была всегда смелая. И она сказала, как хорошо, что их не будет. Все будет честно. Все будет честно. Кому она это сказала? Это Образцова, да? Образцова сказала Фурцевой. Не слабо. Да. Не слабо. Вот и мы, правда, оттуда, когда я получил гран-при, то мы приехали, нас как героев встречали. Ну хорошо, я попробую спеть. Я вам спою грузинскую песню. Я еще мингрелец. Есть такие западные грузины, большие хвостуны. Они говорят, мы 120% грузины. За это нас грузины не любят. Вагиоркома, ваморцонкома, вагиоркома, хария, сканитирима, усканети. Пожалуйста, Тамара Ильинична, Владимир Лаврентьевич, примите от нас эти букеты. От нас и от Мытищинского совхоза, где эти букеты выращивают. Большое спасибо за участие в нашей программе.
за эти, спасибо, нежные, я бы сказал, воспоминания о начале 70-х годов. И, пожалуй, на этом 70-й год мы и закончим. Я, как всегда, обращаюсь к нашему архивариусу Жене, скажу, что мы забыли. Московский завод вакуумных приборов освоил выпуск кинескопов для цветных телевизоров. В Большом театре новая редакция «Лебединого озера» в постановке Юрия Григоровича. В МГУ открыт 17-й факультет вычислительной математики и кибернетики. Землетрясение в Дагестане. Сборная СССР, чемпион Европы по дзюдо после трехлетнего перерыва. Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ. В полете «Союз-9» на орбите космонавта Андриан Николаев и Виталий Севастьянов. Президентом Чили избран Сальвадор Альенде. Умер Шарль де Голль. Луноход-1 приступил к выполнению запланированных экспериментов. Центральный спортивный клуб армии, чемпион СССР по футболу. Спасибо. У каждого человека, помимо тех событий, которые перечислял Женя, в этом году были свои события, гораздо более важные, чем назначение Тяжельникова или даже смерть Шарля де Голля. Потому что это наша жизнь. Это наши события, это наша история, каждого из нас. Она важнее, может быть, той, которая происходит за окнами. О том, что случилось с нами, с каждым из нас в 71-м году, мы поговорим в следующий раз. Спасибо и до свидания. Золотого все-таки соседство.